что он взял какой-то бросок, надо сначала позицию. Сначала взять позицию, а потом сделать бросок. Вот он руку оставляет, я этой же рукой своей скидываю, и здесь под локоть забираю, и делаю. Вот. Просто одну руку его блокирую. Еще раз. Вот на шее мы стараемся, если мы боремся, да? Этой же рукой вот здесь скину, и вот сюда под локоть. Под локоть и в сторону проваливаю, и сразу забираю под локоть. У меня вот здесь уже позиция. Здесь я уже могу работать. Отнимаю, бросаю. Или чуть приподнять, посидеть, делать. Если ты забрал одну руку и сзади, оказался сзади, ну здесь уже дальше можно руку спортсменом и можно сделать бросок. Пробуем вот это делать. Вот руку оставили. Сейчас никто не сопротивляется, дайте друг другу поработать, а то у вас не получится. Вот мы скидываем и под локоть вот сюда. Под локоть сюда, 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 сюда. Он сюда, а ты к нему. Набрали или можно просто имитировать? Вот мы сделали хоп-хоп. Добрали просто кинкер поднять, Помню, как
Скоро здесь сразу скинул, вот я скинул, вот он ногой, да, он мне под мышку зашел. Вот отсюда сразу, вот, пошел. Форан, просто лопочек легко, просто катится. Вот руса. Вот я его скидываю, он уже думает, что я его отпускаю, просто скинул. А я руку здесь не отпускаю, и вот локоть под него заложу. Под мышку. Под мышку где-то шел сюда. Здесь, если соперник слабый, здесь можно даже руку отпустить и сразу сюда перейти. Но если чувствуете, что вы физически сильный, можно красиво разрубить пару рук. Отпустите на то, что попробуйте. Очень легко, как простая мельница делается. Как мы делаем простую мельницу. Здесь заправить и заправить, да? То же самое, просто здесь вот, вот рука, вот эта здесь. Оп, и вот локоть туда, под мышкой. И все, все, все. Ну так запомните, потом сами на тренировке подрабатывайте. Давайте сейчас еще немножко стойку поделаем. А нет, давайте. А потом на перейдем. Вот такое действие. Начинаем, допустим, с левого бокового. Левый боковой, лоу-кик. Нога возвращается и садит сюда в голову. У кого растяжка хорошая, пробуем. У кого растяжка не очень, после вот этого лоу-кика носок поставили и сразу в корпус. Не в голову, в корпус. Но все равно надо стараться, если даже нет растяжки, нарабатывать, чтобы голову поднимать. Вот у нас здесь этажи получается. Я здесь голову бью, он полностью защиту на голову поднимает. Я здесь на ногу перевожу. Он уже от боли, как бы, если самосохранение, он ниже уже думает на нижней части. И я сразу на 4 раз, 2 в голову. И вот так этажи получается. Верхний этаж, нижний этаж, верхний этаж. Пробуем вот этот строй. Это строй на месте. Раз, два, поставим, три. Если
посмотрел последний блог Шереметьева, Сережа, Шерега часто так делает. Показывает, отпереть немного руку, вот стоит, пока сюда бьет. Также можно в другой стойке, если вы в другой стойке стоите, допустим, ты можешь даже тоже стоять. В другой стойке тоже отпереть немного, показывает, сюда прохнул, вот отсюда бьет. Такие фишки еще можно, допустим, отвлекаю такие фишки, вот не бью волки, а просто показываю, вот такой шлифок, как шлифок, показываю один, два раза, один, потом поставил, сразу тут начинаешь его. А значит, чтобы человек, ты его прикармливаешь к ноге, прикармливаешь, а потом бьешь еще, здесь можно такой момент сделать, тоже передней ногой по передней, показываю, раз показал, два показал, три, значит, три показал, он же постоянно ждет ногу от вас, я потом начинаю. Не бью сюда, а вот это же ногой делаю шаг, вот сюда. Вот раз бил, два бил, а третий, четвертый раз делаю шаг сюда, отсюда бы кисть бью. Еще раз. Вот, ну, кормил, показал, опять ногу показал, опять ногу показал. И четвертый раз уже, там туда показываю, я отсюда бы кисть бью. Он ждет ногу, на ногу отвлекается, я как будто бы ногу показываю, шагаю и бью бы кисть отсюда. Вот и вот. Как он делал, старайтесь бэкфист, допустим, не делать вот так, чтобы это уже карусель такая получается. Чтобы сложный удар получился, вам надо вот отсюда на передней носке развернуться, ударить и в свою стойку вернуться. Развернуться, ударить в свою стойку вернуться. То же самое разворот берется. Если мы бьем корпус, мы разворачиваемся обратно сюда. Многие там, когда они попадают, оптик вот такая. То есть главное, у тебя голова крутит, ты сюда и так теряешь. Тебе могут насыпать этот момент. Поэтому надо сразу ударить и вернуться в эту же стойку. То же самое, как если ударить, вернуться в эту же стойку. Давайте я сейчас, наверное, чуть плавно потом не спустимся, да? Вот самое распространенное, то, что бывает, болят. Сейчас можем миллион приемов показывать, какие-то заумные, которые вообще болят, не работают. Самое, допустим, частое, то, что вы видите, это заход ноги, человек забирает здесь шею, и все, вот болю. Он ноги застегивает и начинает душить. Начинает душить, видите? Ага. Если он здесь, вот я, допустим, добрал, добрал эти душащие, да? И очень редко сейчас так задушит, там уже сейчас все уже шею качают, там все качают, что тяжело задушить. И поэтому уже что-то новое придумать, чтобы так задушить. Если я так не задушу, допустим, здесь вот пишу, у меня так если затекают, так руки затекают, если 30 минут совсем руки держал, что потом, когда горят стойка, ты не то, что бить, ты уже держать не можешь, потому что затекли все время напряжение. Что. Вот здесь можно попробовать, обязательно здесь ноги должны быть, вот мои ноги, да? Если я ноги вот здесь у него на копчике держу, он оттягивается здесь и забивает. У него спина вот ровно, у него рычаги появляются. Поэтому мы должны здесь ножки выше закинуть, и вот сейчас оттягивается, и вот я его к себе прижимаю. Ниже, чтобы у него не было амплитуды, он сейчас просто будет тычки делать. Тычки, ну это ладно, ничего страшного. И, значит, к шее вернемся. Вот я забрал шею, да? И делаю. Вот этим захватом только на слабака кого-то задушить. Хорошего профессионала так тяжело задушить. Вот мы держим здесь замок, да, вот этот? Вот, да, держу замок. Не отпуская замка, я вот руку своей правой рукой левую ручку вот сюда вытягиваю. И здесь на другую. Это уже 100% удушающий, потому что здесь мы уже на сонную артерию работаем. Не на ходы, а на сонную артерию. Здесь уже по-любому или уснет, или постучит. Вот. Простое действие, вообще ничего не надо. Ну, вот я бежу своей рукой в эти пики. Обязательно надо его голову контролировать, потому что он вообще голову наверх летит, вытаскивает. Вот я своим бицепсом голову руку контролирую. И вытягиваю, чуть-чуть, по чуть-чуть. Вытяну вот ручку. И вот сюда вот этот замок сделаю. И начинаешь душить. Попробуйте, это вообще самый рабочий прием, который из 100 боев 80 бывает. Проход ноги и гильотина. Проход ноги и гильотина. Попробуйте сейчас это Рабочие моменты разберем, которые часто бывают боятся. Допустим,
самые такие, то, что я показал, гильотина, треугольник и амбар, да, на руку. Сейчас все это делают, и такие более-менее в России, которые живем и работаем. Вот, допустим, можно на фирме, да, и работаем на треугольник. Что треугольник делаете, как делаете? Так закидываем, или обе руки держим, оттягиваем, и отсюда прямо закидываем. Бывает зачастую вот этот треугольник затягивает, затянул треугольник. Чтобы он окончательно получился, его рука должна вот здесь, да, куда его сделать. Но все как защита, он сопротивляется, конечно, и руку сюда подменяется, все вот. Теперь мне уже здесь очень тяжело задушить, если терпеливо он мой, его не задушит, вот это защита. Вот этой рукой с правой рукой, то есть с этой. Вот у него здесь локоть. Начинаем локоть. И болевой раскачок получается. Еще раз, кто не понял, посмотрите ближе. Вот мы зашли на треугольник, только застегнули его по ноге, раз, засунул ручку. Все, я здесь уже его задушить не могу, как он по-любому потерпит, потому что у него пространство здесь. Я беру его с правой рукой, и вот, локоть. Вот, все, начинаем, идет болевой прием, отключил. Попробуйте вот это тоже. Поэтому здесь постарайтесь, можно начинать бить, где еще можно делать.
так, своей спортивной, можно руку сюда поставить и просто немножко его подкинуть, например. Вот уже посмертно здесь, как у тебя надо сделать, чтобы можно конечно. Вот подкинуть, вот эту дырку, как нужно навигировать, колено засовывать сюда. Если правое колено, то правую сторону толкаем. Правую сторону отталкиваем, здесь набираем ногу. То есть одновременно делаем выход и одновременно делаем болевой. Еще раз. Сплетку. Скрутку на пятку брать. Еще раз. Вот он начинает чуть-чуть, он когда вам чуть нагинается, вот этот момент надо поймать. Вот я колено ставлю. Колено ставлю. И отталкиваю и здесь забираю. Вот я уже вышел и сам сделал болевой. Если левое колено поставили, да, то в левую сторону, допустим, вот он сидит на груди. Да. Я толкнул и левое колено поставил. В левую сторону толкаю и отсюда забираю. Кому как удобно, кто-то мешает, кто-то прошат, кому-то удобно левое, кому-то правое. Попробуйте. Там я узнаю, а я такой, встань на считать можете. А то бывает некоторые взяли и начинают тянуть. И он сейчас сопротивляется. И я ему столько сил тратить. Один раз рывок взял, два рывок взял, и три да, вытянул. Если ноги не закрыл, то он выйдет спокойно. Просто кувырком вперед. Вот сделаем раз. Оп, оп, и все. И здесь уже он вас накроет. Поэтому из выгодной позиции можете попасть вообще в опасную позицию. Вот так, такие моменты. Что вам еще показать? Еще такой. Такой выход тоже снизу. Если вот ноги направлены, да, допустим, бил как начинает кричать, руки вяжи, чтобы он бить его. Вот я, допустим, начинаю вязать. Если я так, допустим, 5-10 секунд полежу, судья уже столько поднимется, потому что нет никаких действий. А еще можно вот я, допустим, одну руку под мышку забрал, вяжу, и с этой же стороны ногу сюда просунул. Вот эту ручку, его под мышку. Вот большой палец здесь остается. Нет, это не просто себя, либо сюда эту сумму. И вот это действие было. Ногами кто его очень плохо. Свит и сверху. Еще раз.
также любую. Можно в эту сторону, если я отсюда забрал, отсюда. Обязательно вот эта нога должна сюда зайти, потому что когда мы начнем вот это фасовывать, толкать это, этой ногой эту дверь забивать. Вот это действие, вот он сначала. А потом будет сопротивляться. Он ладно, нет. Так мучить. Все, опять же, все выгодно.